Всем привет, с вами Андрей и... И просто Давид. Или лучше имя скажешь. Ну, Александр. Ну что? И мы играем Half-Life 2 Synergy. Карта Night Mansion. Это страшные карты понаходили. Так, ну что, начнем? Да, начнем. Идем к зеркалу. Или это не зеркало, а стекло какое-то. Да. Сталкер. О, да. Раньше мы думали это... Раньше думали, что насчет этого, это вроде как должно как бы зеркало быть какое-то, что вы тут. Да, и мы пытались убирать коробки, пытаться менять что-то в комнате, но все гораздо проще. Да, вот это как бы видно, что там... Там, где вот эти нолики эти... стоят, а там коврик как бы по горизонтали, а у нас тут наискосок идет. Да. Или как бы насчет этого ковра думали, что эта стрелка как бы сюда, к этому шкафу, а там к нам идет. Да, да, да. А но тут оказалось все наоборот проще. Просто нужно вести пароль. Ты знаешь? Да, да, пароль. Знаю. А, мы еще эту проходили карту один раз. Да, проходили. Уже некоторые места позабыли. Ну, зато насчет паролей мы, конечно, записали себе. Да. А, комната. Верно. Правильно. Все, пошли отсюда. Так, тут нету прохода. Давай я пойду. Не, да. А я записываю. Ой. А! Чё ты? Далить! Он мёртв! Я испугался сильно. Ладно, давай я пойду. Это было неожиданно. Первый раз мы, конечно, пугались. Да. Первый раз пугались. А на да второй хорошо. Же как-то привыкаем. Я, где у тебя мотивация? А это наше еще самое первое видео, вот оно. Да. И как мы видим, да, тут стена, была стена, ее нет. Ее уже нет. Ладно, по стеночке. Да, это наше как бы любимое разговор, чтобы по стеночке надо, а то бывает такое, что скримеры разные появляются. И что мы видим? А... Какой-то труп и... Подожди. Что за... Что, тебя телепортнуло? Да. А, вон. Неожиданно. Вот, я. Так. Да, ну стенка. Что? Оу. Нет, нет. По законам физики... нет, стена может двигаться, но... Да, я ее толкаю вроде. А очень странная толкает. Стена. А на случайно... Нет, не зажмёт. О, смотри, проходит. Да, конец, и в конце появится... Да. Сталкер, который пугает. Да. Первый раз, когда мы проходили эту карту, он нас сильно испугал, особенно меня. Угу. Так, продолжаем видео и ставлю другую карту. Да, ставьте лайки, подписывайтесь. Не-не-не-не-не, я продолжаю видео. А, ну... Чёрт! А я уже думал, ладно. Так. Продолжай. И продолжение карты Night Mansion, уже вторая часть. И она практически как первая будет, но есть изменения небольшие. Ну как сказать, небольшие. Нормально. Мы снова, да, так, мы снова очнулись в комнате. В комнате, и мы видим, что мы видим? Что мы дверь, видим? А на ней кодовый замок. Ну, рядом кодовый замок. Так, это логично. Так, это... Ну, как бы это назвать, что это? Это факел. А, флеер, да. А, флеер какой-то. Ну, ладно, ставим сюда. Как бы свет дает, так и какой пароль. Но с паролем тут сделали очень
Да, первый раз мы вообще трудно его разгадали, тут вообще, а ну-ка. Там два раза однерку надо нажать. Один, сейчас, семь. Да ну блин, тут уже проблема начинается. Ну попробуй один один. А ну Посмотри на вот и мою ш... задержку. Один, один, семь, три, четыре. один, семь, три, четыре. Давай я попробую. Ну Какой давай. пароль? Ну один, семь, три, четыре. Что-то у меня Один, не... один, семь, три, четыре. Да. Ах, черт, сейчас плеер уберу. Хватит, а то мешается. Так. Блин, Один. улетел куда-то. Да, это Наконец-то я бывает открыл. трудно, очень это чтобы так Я сделал кидание. это. Да. Но у нас все равно фонарики есть. Тут за Так, что нами это? стенка О, нет, нет, закрывается. нет, я успею. Еще, я не успел. Ну зато, зато у нас только... Ах, только туда нам идти. Да, запомните вот это место. Очень паранормальное место. Ой, зомби. О. Так, И тут нужна видим. коробка, видно. Так, теперь у нас вот, как бы думали, что это за такое? Тут это кругами ходим, и тут пропала эта комната здесь. Она сейчас должна обратно возвратиться, или подожди. Не, наверное, несколько раз была кровь, А, да, вот. вот. А, нет, опять закрылась. Да разве? О, закрылась, открылась, что такое? А ну-ка, будь тут. Чё за херня? Ладно, идем дальше. О, Ой, открылась. а, да-да-да, я же забыл, тут же надо коробку взять. Коробку взяли, пошли дальше. Да, и флеер, конечно. Давай ты пойдешь. Да. Тут появляется один чувачок. Я Все чуть ли испугались, не да. отложил кирпич. Ладно, идем дальше. Ой, а чё за... Да, за нами тут это как бы Что же? закрылась эта стеночка. В общем, идем. Так, это в комнате. Далее будет вот это Это как вопрос. переводится продолжение следует с вопросом? Ладно, кому понравилось видео, комментируйте, ставьте лайк, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь и Да, не подписывайтесь на мой забывайте. канал. Кстати, Рано. канал eGaming 199. И всем до встречи и пока.